Друзья, добро пожаловать. Это у нас лабиринт ужасов вместе с Дашей и дядей Женей. У тебя что-то на спине, белое, ну стоять. У меня спина белая. У тебя спина белая. Мы нашли новый ужастик, кооперативный, который хотелось бы посмотреть и попугаться. Главного создателя этого лабиринта зовут Джонни Хонгс. Он представляет нам, он презентует, смотри, готовы зайти в кошмар? Давай зайдем. Ужас. Давайте зайдем. Тут есть записки, смотри. Тут записок есть. Много, записок Привет, много. Джон. Да, тут записки разбросаны. Найди да. коробку, чтобы понять, что тебе делать дальше. Отлично. А можно отвертку взять? Переводи нам, ты же хорошо знаешь, переводи. Глупые призраки находятся в коробке. Значит, mind looking for that box of tape. Короче, надо зайти, найти какие-то записи, stupid ghosts, каких-то глупых призраков. Вот-вот эти глупые призраки. Все, пошли искать записи глупых призраков. Давайте, я иду первый, я же ничего не боюсь обычно. Ну, давай. А у нас оружие нет, да? Отвертку нельзя было взять. Нет, какое оружие, я тебя умоляю. Ой, слушайте, симпатично. Вы похожи на разработчика этого, Варкрафта. Все бородатые. А что мы все одинаковые? Тут фигурки. Кольчуги не хватает только. Может, это после новогодних праздников мы пытаемся найти выход? Ой, подфризывает игра. Ну, играй на ультрах дальше. Ну, мне захотелось на ультре. Диктофончик. Фонарик, берем фонарик. Диктофон, кассеты проигрывать. You can play и фонарик, да, и фонарики берем. А что еще есть? Давайте посмотрим, что полезно. Так, уровень лет. И уровень есть, смотри. Уровень надо брать? Бистла. Made in Germany, бистла. Бистла. Бистла, помилуй мне уровень бистла. А как включить? Press one? Один нажми просто, и все, да. Все-таки... Так, дупикиц. Дупикиц? Дупикиц, зеке. Зеке. Селебрити. Себебрити гест. Ковбой. А что себебрити-то сразу? Себебрити в коридоре. Ну что темно, слушай, блядь. Что-то туман на капец. Туман еще дикий. Что ты орешь? А, это призраки появились. Что я ору? Давай первый. Что такое? Что ты орешь-то, блядь? Мне говорит сама заржала. Я испугалась. Ладно, Дашка, иди первый. Нет. Вы бородатые мужики, вот вы видите. Где Жень? Жень, ты где? Вот же я спрятался. Уп. This way. Давайте я пойду тогда первым. Ага, верю я в это this way. Грибок. Знаем мы вас, что... Грибы, нифига себе. Ой! Ай! Там телеса пробежала. Какая? Голая. Какая? Голое колеса. Тело. Голое тело пробежало. Dead end. Dead end нам не точно косяк. Надо, да? Тупичок. This way, говорит нам господин Гусь. Все правильно, ты идешь верным путем, мой друг. Мы, по-моему, просто по квадрату обошли. Блядь, что ты вылазишь? Господь, стерва. Нормально, что ты там? Так, подождите, ладно, спокойно. Идешь сюда. Не входи в меня, Женя. Твои глаза вошли в мои глаза. Что у вас там происходит? Где вы? Я потерял вас, блядь, где вы? Стерва бежит. Голое тело. Где вы? Тут, вот туда, тело к тебе бежало. Уже разбежались в самом начале. Там телеса. Чьи? Телеса. Телеса. Я думаю, так он телеса сюда, мы за этим телом и бежим, телеса. Кстати, товарищи. Crazy Fox. То есть мы за ним... Блядь! Ой! Что это что было? Что там было? Фонарь свет вырубил. Взорвался свет. Пробки выбило. Я себе, да. блядь. Чуть не родил, блядь. Я еще только фонарь увидел. Став. Короче, смотрите, тактика какая. Какая? Смотри, не беги. Смотри, если появляется монстр, мы делаем вот так. Смотри. Ага, и монстр тебя не унюхает, да? Нет, ну я же в лесах сразу буду. А. В а налево, прямо или направо? Давай направо. Направо пойдем. Давай направо. Направо пойдешь, смерть свою найдешь. Не, обычно в лабиринты ходят направо всегда. По правой, я тоже слышал про правую, типа... правой руки. Бля, вон он! Вон он побежал туда! А-а-а, сволочь! Там какая-то хрень была, там типа рейка, что-то такое. А надо за ним бежать или идти? Не надо за ним бежать. Нет, Жень, давай, можешь сходить за ним. Нет. С точки зрения банальной эрудиции. О! Вот он здесь! Блядь, был! Что вас всех? Ну что ж за игры-то вы находите? Можно в какие-то симуляторы поиграть? Записка? Whoever is running around in the dark, it's creepy. Чё? А, кто скрипит? Кто бегает здесь, короче, всем крипово. Ну и видно. Я понял. А нафиг Став сюда вообще побежал? Смотри, господин Гусь говорит нам сюда. Нафиг Став вообще сюда пошел? Ну, работники нас же починить. Мы должны проверить, почему люди тут теряются. Типа люди потеряются. Пусть стерва фризит. Здесь тупик. Привет, тупик. Пока. Ого, это был тупик. Ого, блядь. Ого. На дисклеймер. Даш, не отставай от Жени, пожалуйста. Вообще-то я за Женей бегу. Нет, беги поближе. Да ну тебя. Тупые призраки, блядь. Так, нам сюда. А посидеть нельзя? Вот так делают. А тут конец вообще есть? А, автоматики пошли, пулеметики. Ты расстреляй просто призрака этого глупого. Да, расстреляй. Когда он будет появляться, я буду глупый делать автомат ревенант. Тогда. О, господа, у нас что-то есть. Тупой ревенант. Если будут появляться призраки, я буду делать автомат, точно. Точно. Так, что у нас здесь? Take a break, певцо. О, все, развлекаемся. Компас, я нашел компас. Это может мне помочь. Давай, возьмите два.
Нажмите. На два, ну, смотришь. Ребята, там что-то есть. Да. Ребят, там что-то есть. Вон там. Да. Сейчас идем. Подожди, вот смотри, ты что лежит. Взяла все ты, барахлишко. А что тут взять? Тут компас, стики. Глоу-стики. Глоу-стики, да. Ну ладно. На F, а да, здесь брать? Можно сюда пойти и туда можно. Так, смотри, мы где находимся? Вот можно туда. Здесь тупик. Здесь тупик, тупик. Мы, это запад получается, да? Мы со стороны вон запада. Сюда, смотрите, да. Направо там что-то светится. Вон, справа. Направо будем брать, да? Правый путь. Давай. А вы туда ходили вообще? А как вы глоу-стик взяли? На двое? Там ремонтные работы. Там ремонтные работы, Олежек. А как, на двоечку или на как? Двоечку нажимаешь, в руке появляется на двоечку предмет. Двоечку компас. Прикольно. Да. Так направо пойдем. А да? Можно туда, а можно сюда. А там мне везде кажется, ремонтные работы. Вот тут надо, походу. Вот. Молоток, о, кстати, молоток можно взять, да? Нельзя. Так, записочка. Давайте можно. Посмотрим, что по записочке. Ну-ка, F. I know I was told not to enter this restricted part. Мне нельзя было заходить в эту часть. Но надо знать, что же здесь происходит-то все-таки. Вот так вот, понимаете? Вы представляете, какой-то сотрудник бегает и рассказывает, тут надо посмотреть, что тут произошло, записочку оставили, да, записку. Вот мы как раз став... Ой, блин. Ой, я так понимаю, что лабиринт — это была такая разминочка, да? А это, походу, здесь? Да. Это что за пиктограмма? Ага, the word was on the statue deeper in the maze. It's EOS, EOS. Locked in a place. Оно за... Тут нужна какая-то ручка, пароль. Наверное. Здесь надо, короче, починить и пароль найти. Смотри, это ж крипто. Оно... Нет, оно locked. То есть тут, наверное, надо что-то использовать, чтобы его можно было двигать. Пока его двигать нельзя. It looks to be locked in place. Mm-hmm. Да, где-то заблокировано чем-то. Короче, надо идти... А может, а вот здесь смотри, где-то? Проход какой-то есть. А врата? Врата же закрыты. Нет, врата туда... закрыты. Направо, туда можно пойти. Смотри, ну, правая сторона. Да? А свечки нам покажут. В смысле, налево, направо. Надо бросить на стик, чтобы знать, что мы здесь были, а то мало ли что. Да, кстати, бросай, да. Бросай. Ой, что это было, блядь? Пошел в жопу, лысый. Даша, иди сюда. Да я тут за тобой. Там этот дурачок бежал голый. А может, он это может потерялся? Подожди, а как мы будем против него драться? У нас ничего. Да никак. Молоток я взять не могла, я могла только посмотреть. Чем громче орешь, тем быстрее он помирает. Бросайте. Я бросаю, бросаю, бросаю. А как их бросать? На F? На E? Левой кнопкой мыши. Левой, да. А скотина, похоже, да? Знаешь что, анимация как в Форесте, да? Да. Такая же. О, руки... стоит, смотри, стоит, стоит, стоит. Где он, где он, где он? Вон он стоит, смотри. Где? Да реально, вон он, смотри, Дашка. Я на встречу к нему побегу, давай. Блять, он на тебя же бежал, Женя. Но он исчез. Испугался, он увидел эту бородатую графику и решил... Сделал. Я бросила глоустик. Да подождите, вы меня убежали. Вы знаете, мне кажется, мы назад уже не... Я ж бросаю глоустик. Велик, велик из пилы, смотри. Забирай, садись. Велосипед. Я хочу поиграть с тобой в игру. Груду. Да. Так, там что-то есть впереди, вижу. Там свет, свет, свет. Блять, он там пробежал. Делает. Он пробежал здесь. Он направо пробежал. Драный это наши черепухи, да, походу? Да, втроем же мы играем. А я взял звук. Что за звук? Я взял череп, звук появился. Someone принадлежит взрослому человеку. Здесь пройти нельзя. Ладно, тогда сюда идем. Ну, больше путей нету. Походу нам сюда. Надо бросать. Я бросила, бросила. Бросай, да, вот именно в эти. Так, а зачем? Там светло. Ну, я там бросила, куда нам идти? Куда нам идти? О, свечечка. Направление ж. Кому из нас двоих, троих поставили? Любому одного? Выбирай. Скорее всего, одного, потому что мы с вами расстроение личности. Фу, мама мия. Нас тут что, три брата-близнеца побежало? Что такое? Кассета, кассета, возьмите, возьмите кассету. Ой, кассетка, надо вставить ее. А что, а кость? На три, на четыре, бля. Слушайте, какая-то кость, она говорит, кости, может, говорит, что-то... Говорит. И что там? Офицер Фрэнк Миллс. Мой мальчик Роберт потерялся, да, в этом лабиринте. Кость, нету никаких, ни надписи, ничего, я посмотрела. Зачем вы набросали тут глоустиков? Случайно. Покакали глоустиками? Хм. Странно, да? Как-то. Что-то доказательства какие-то там. Что-то очково, да. Но я так понял, что он отправился за поиск, на поиски мальчика и ничего не нашел здесь. Тут просто надо нашу команду из социофобии. О, смотрите, что есть. Хижина. Деревушка какая-то, ну. Пошли посмотрим. Я Блэрскую ведьму вспоминаю. А, да, похоже. Сейчас должен чел стоять в углу. Somebody having a bad day down here. Reminder to sell, give him some space. А, понятно. Вот еще один. Короче, лютая. Что такая дурацкая музыка? Выключи. Я не могу посмотреть эту записку, да. А это нельзя, давай так. А чекпоинт это сейф, смотри. О, чекпоинт, нормально, кстати. Сейф сам. Found some. Опять покакали. Some. Сейчас скажу. Wonder if it controls everything. Found some sort of механизм написано. Механизм надо найти. Да, висит какой-то механизм где-то. А, это, наверное, та ручка, которая разблокирует. Криптокод. Мне кажется, это ручка, которая. Криптекс, да. Вот статуя. Ой, статуя, говорю, это надпись. Что здесь? Not to self. Call someone to get this guy when I'm out.
А, ну, короче, кого-то позвать. Зашибись. Мне дождь написала пошел. Про три статуи. Тут надо найти. Да, о, Женя полетел! А, Олег полетел. Посмотри, как Олег двигался. Видел? Ой-ой-ой-ой-ой! Что? Стерва вон! Там мудло какое-то вон стоит. Стерва кого стоит. Не было здесь. Вон стерва. Вон стоит. Да вон стерва. Записку бери. Я не вижу. Банчев статуи Бак и Свей. А, вижу! Старый. Вижу, блядь, у него что-то на спине как ебало. Ты что, надо бросить. А что, вы пройти не можете? Ну как можно? Вы на месте топчетесь. А, проходите, что стали-то? А вот статуя. А вот и статуя. А что там нет? Что-то светится. Он где-то, блядь, здесь. У него спина раздраконенная. Вон он, Женя, справа. А статуя, смотри, смотрит на тебя и крови плачет. Пиздец, давай. Ребят, назад. Слева, налево, налево, направо, направо, Леш. Вот, смотри, вот налево. Давай, вон давай, там, давай, вон. Давай, давай, сюда. Вон там что-то вот сюда, есть. Да. Куда вы пошли? Бросайте блин. Стики. Чтобы не теряться, бросайте стики друг другу. Да, понимаете, бросай. Вы у меня под фризовой, вы стоите на месте, топчетесь, потом вдруг перемещаетесь. Что-то пинга какая-то. Там чувак этот ходил. Да, он что-то за голову держался, плакал там что-то. Ну, плохо ему. Не нравится. На... Бляу! Блин. Лопнула лампочка. Надо было, наверное, за ним идти, я чувствую. А, о! Нет, смотри, смотри. Я нашел 23 или что это? Да. Нет, это символы какие-то. А, это символ. О, надо нажимать. Идите, нажимайте, вставайте. А какие нас интересуют символы? А, все должны зажечься. Да, понял? Давай, да. Следующую. Так, выбирай. Дашка, смотри, надо... Нет, мне кажется, надо не, какие-то определенные ножи. Нет, я думаю, все должны загореться, наверное. Нет, вот... Давайте я в центр встану, а вы давай. Попробуйте по краям что-то выберете. Ой, вот записки, например. Записки. А вот, кстати, на, смотрите, Олег, на вот эти статуи. Записи, да. На статуе есть... this бля, mechanism look old. I doubt Johnny set this up. No way the fair can afford this. Ну, смотрите, вот две, говорит, вставайте на две, смотри, я сделал. Смотри, adjustment. Вставайте двоечку. Да, давай, давай станем, смотри, вот куда? Это. Двоечка осталась. Вот, смотри, я ухожу. А что-то нет, двигается. Нет, 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 Даша, отойди, там двоечка останется, смотри. Не? Что-то не понял. Не, сойдите, там было горело две. Это потому что я вот здесь стоял, горело две. Три, три, три здесь, да? А на статуе сколько? Тоже три, три идут? Нет? Вот смотри, нет. Горит. А, нет. Тут странно нет, очень разные. Все горит. Что-то так. Где-то открывается. Как же разгадать-то, а? А статуя следит за нами, смотрит, кстати, поворачивает голову. Да, да. Смотрите, может, надо... Подскажи. О, вот, вот, две, вот, да. Встань здесь. А Олег сюда вот. Куда? На какую? Вот на ту. Даша, которая. Нет, другая. Та. Вот эту? Да, вот рядышком. Вот. О, нет, последняя одна остается. Вот. Я пошел. Давай. Стоим. Нет, блин. Опять не то. Олег, слушайте, давай передвигайся ты. На ту, вот на мою соседнюю. Так, Даша, а ты на центр или куда? А он тебе тоже задвигает. Это один должен Олег, делать. Последний. Подожди. Нет. Я не знаю. Один должен это решать? Или мне кажется, втроем? Тут какая-то все, последовательность. Все. А если человек один играет? Ну вот, мне кажется, должен, что тут видимо. Надо по очереди, когда они тухнут. А давайте проверим. Вот если давай, вы на одну становитесь, давай. Есть ли одинаковая последовательность? Вот ты стала на ту, три зажглось, допустим. Да. Разные, они разные. Я стала здесь. Не... Ага. Давай, Даш, ты одна, ходи тогда давай на хорошо. Центр. А вы должны раз, наблюдать, два. Что изменяется. О, да, вот. Горит подожди. Здесь. Ты стала здесь. Блин, если нет. Ты становишься здесь, горят там. Ага, обратный да нет, порядок ближайшие пошел. Три. Какой-то рандом. Какой-то рандом вообще, нет, по-моему. Нет, тут не рандом. Тут наверняка есть... Надо нажимать какие-то определенные, которые... Ну, то есть в зависимости от того, ну, что тухнет. Загореться должны все. А палочку, если бросишь, она не считается, да? А может, мы рано сюда пришли? Надо было за тем чуваком все-таки идти криповым. Давайте пойдем. Он еще туда есть проход. Ну, пойдемте за чуваком. За чуваком а зачем возвращаться? Может, туда? Ой, реально? Он сюда пришел сам. Пиздец. Ой, уходим. Да, свидули, да, свидули. А статуя палит походу. Он идет туда, где статуя. Вот. Ах ты стерва. Ты смотри, что делать. Надо палочку бросить, потому что мало ли потеряемся. Да, надо бросить, согласен. Тут тупик, направо. О, а там наши палки. Да. А вон мы... чувак стоит. Блядь. Он сейчас на меня побежит, смотри. Хаба, хаба, хаба. Жень, ты полетел? Да. Я как раз. А тут прыгать можно, если что. Да, прыгать. Ты, по-моему, напугал этого чувака, и он сбежал. Может быть. Что-то мы, по-моему, бежали меньше сюда, чем вы сейчас. Это другая, другой же путь, между дальше пошли через забор. Классно. Через забор ногу задерещенко это мы пошли. Ой. Просто похоже, как не в пятнашках, помнишь, такая штука, где нажимать, и все... Да. И в зависимости, некоторые нажимаются, некоторые... Но там почему-то рандомный каждый раз этот идет, странно. А ученок может... куда? Ой, а мы пришли туда, где мы были. Как ага. Ну, палочка лежит, смотри. А хорошо. Как так получилось-то? Подожди. А вот так вот. Мы должны были мимо хижины пройти, нет? Ну, нет, вообще, ребята, мы обошли, да. Мы по-другому прошли. Нет, по-другому. Мы же так ведем нет, обратно, чего вы сюда путь. Пришли? Да. Пошлите сейчас... обратно. Так мы же пошли в другую сторону. Угу. Мы же по-другому, мы кружок сделали. А, ну да, там же, где ходил чувак, там же было три пути. А мы туда да? можем пойти, мы за чуваком должны еще пойти. Да. Угу.
Ну, мы туда не пошли. Я вижу эти флэеры. Кстати, они подсвечиваются далеко, это хорошо. Ну, хорошо. Да, видно их хорошо. Мы сейчас делаем кругаля. Вот это... смотри, мы выходим здесь, где-то тут развилка должна быть, да? Вот тут, по-моему, где свет. Фига с два, тут развилка сейчас окажется. Сейчас тут должна быть... решетка будет. Мы в решетку упремся. Он пошел туда, получается. Там была статуя, разве нет? Ну, статуя... Он появился там, где мы были с Симом. Это налево. Не тот, это другой налево. Путь. Я же говорю, мы пошли, вот, не, мы пошли в другую сторону. Мы кругаля сделали. Нет. Да. Здесь мы не проходили. Вот, где-то. Проходили только вот что. Вот же стики на полу наши. Да, вот. Нет, это мы второй раз проходили стики. Что за бред, блядь? Тут есть только пришли-то мы оттуда? Вот отсюда мы пришли-то? Стоять. Да, мы пришли отсюда. Стоп. Пришли вот. Смотрите. Вот, два надо нажать только. Почему два? Ну я стала в центр, все потухло. Нет, а как... Нет, тут как-то по-другому это работает. Все символы одинаковые. А слушайте, а может они разные, какие... Разные, все символы разные. 23. Ну, по крайней мере, они повернуты по-разному. Слушай, а может... Вот 23 опять этот, типа 23. Ну да. А может еще... Жень, а может надо... А может, надо одинаковые последовательно вот набирать? Вот, допустим, вот это 23, 20, потом вот еще я раз на 23. Вот, Олег, становись. Давай, иди на 23, Олег. А вот теперь еще 20, я пошел на 23. Вот сзади за А есть? Да, вот. Есть так, еще. Вот 23, 23, вон еще, вот, вот в углу. Ну, допустим. Есть! О, давай 23 еще что? Надо наступить. Да нет. Вот два одинаковых. Вот звездочки вот эти, да? Нет, не допустим. То. Допустим. Неправильно. Ну, а что вы? А вы же стояли на этих штуках. 23. А с какой стороны считается вообще тут лицевая часть? А, это, смотрите, подсказка же есть. Йок, стоим тут. Ну. Looks like the tiles may active the adjacent tiles. I should try light them all up. То есть по стрелочке делаешь право или от центра идешь? От центра идти надо. От центра? От центра. Хорошо. От центра. Вот встаешь ставим... на центральную сперва, а потом от центра выбираешь, куда тебе надо. А, то есть то, что зажигается... А как ты поймешь, куда тебе надо? То, что в любую сторону. Ребят, давайте я попробую. Один, пусть один делает. Я давайте попробую. Давай. Так, вы отошли, значит, я иду сюда. Вышли. Давай. Опять в центр, что ли, возвращаться? Опять в центр, да, потом идешь... Вот, смотри, видишь, уже... смотри, почти. Не-не-не, надо было дальше бежать. Подожди, еще раз. То есть стороны, не повторяй стороны, по часовой попробуй. Ага, хорошо. С центра, допустим, вверх, потом вправо, потом влево, там, ну, по кругу. По часовой попробуй. Нет, подожди, еще раз. А, значит... Ну, смотри, одна не горит. Всего лишь одна не горит. Adjacent. Ну... Так встань на нее, может, нет? Ну, хорошо, а если из центра? Вот центр. Ну, давай вот от центра беги сначала вверх, потом вниз, там вправо, влево, по часовой попробуй. А сейчас опять в центр надо, не? Хрен его разберет. А мне кажется, в центр надо. Что такое adjacent, я уже не помню. Ну, adjacent, то есть регулировка вправо, влево, влево, вправо. Угу. Прямо. Направо. Ты думаешь, теперь возвращаться надо? Ну, да, отсюда сюда. Дальше идешь в другую сторону, не повторяя стороны. Может, центр тут вообще не надо диагональ нажимать? Да нет. А ты здесь фиг его знает. Они должны тут... Ну ладно, пойдем за монстром. Пошли за монстром. Какая-то вакханалия реально. Что-то мы где-то что-то пропустили. Мы пропустили еще один проход с монстром. Ну, сейчас он исчезнет. Сейчас проход тут... с монстром. А там вот еще был, фигулин. Подождите. Вот, мы сюда не бегали, да, по-моему? В смысле? Мы здесь только что пробегали, когда нет, обратно бежали. Нет, мы сюда нет, не... Это похоже. Да, это похоже. С двух сторон это похоже. Лады, лады. Сейчас мы придем на начало опять. Тогда вернемся этой дорогой. О, во, ЭКУ. I need to remember. Видишь, вот это подсказка EQ. EQ. И что это подсказка? Нам на меня написали, это я должен где это запомнить. Это ворота открывать. Там начало слова было EQ. I need to remember. А, точно, три статуи да, составляем да. слово из них. Вот, EQ. EQ. I need to remember that, да. Хорошо. Надо просто палочек, направо давайте еще пройдем. Там была еще одна плачущая статуя. Может быть, у нее что-то будет? А здесь палки разбросаны. А есть какие-то слова вот, EQ, чтобы просто эквивалент EQ. Эквилибриум, equals. Вот куда здесь идти? Куда? Подожди, куда это не тут, Жень, не то. А куда надо идти? Там были глоустики. Я же иду туда, где нет глоустиков. Да, кстати. Потому что что ходить по своему... Блядь, он тут, приз... этот тварь, это здесь где-то, нет. Слышь? А по голосу тут? Мы здесь, о, да, вот, блядь. Да, мы здесь были. А он а глоустики где? Наши. Чё а он где-то? Где он? Вот сюда мы не ходили, вот, мы его сюда, здесь видели. Он тут стоял, он тут стоял. Вот раз. А куда пойдем? Вот два. Прямо давай или сюда на... вот. Давай сюда. Он здесь и прямо. Стоял, поэтому давайте сюда. Что так опять? Эку. Ну мы так не угадаем, много слов. Нет, там... а может видимо, быть там вообще... Не сработает. Надо так, бросить конечно. Сюда палочку, чтобы уж точно наверняка сюда не бегать. Я бросила. Отлично. Понимаете, там может быть даже и не слово эку. Может набор букв. Ну смотри, сверху есть вот решетка вот эта вот, да? О. Белая. А мы сюда да, ходили? Налево, нет, нет, ну вообще, я бросаю а стик. А давай в белую зайдем. Стик бросим, давай. Чтобы наверняка. Я бросила. Во, сука, здесь тоже сеточка сверху. Клаустрофобия начинает развиваться.
Решетка сверху. Что-то есть. О, еще слово «ино». «Ино», вон вторая. Эквинокс какой-нибудь. Да, эквинокс, скорее всего. Where the statues look like a mouth. А где ты увидел, что... А, «ино». Ну, эквинокс, по идее, да? Да, эквинокс. Давайте вернемся, попробуем. Ну, там, понимаете... Нет, ты не попробуешь, пока все три не найдешь. Да, да, но мне кажется, триггер. Он говорит, я вот запомнил все три, и тогда, наверное, могу идти вводить уже. А, смотрите, нам же там еще нужна ручка, которая... Налево, налево, налево. А здесь куда? На сюда. Вот куда бежим, туда и... Зачем назад? Так как мы же оттуда пришли. Вот сюда, нет, мы пришли оттуда. А нам нужно сюда. Бросайте там, где мы были. Давай. Я имею в виду, что мы там не были. А тут? Не были. Тут один хочет пробежаться, посмотреть? Нет. Давай я пройдусь, давай я пройдусь. Давай пробегу. Все втроем побежали, блин. По кругу, не, мы сейчас кругаля сделали. Ну это круг, палочки, мы пришли, вокруг прошли. Идем сюда. Сюда идем. Пошли по палочкам. Прямо. Сюда, да? Да, прямо, да. Прямо, прямо. А что я первая иду? Вы давайте, вы бородатые. Нормально, даже все прямо, прямо, прямо. Я же предложил направо пробежать. А вот сюда что? Еще одна развилка. А вот еще развилка, тупик, две тупик, уже. Тупик, тупик, тупик. А, значит, сюда, вот сюда надо идти. Эквинокс. Или мы там были уже? Ну, палочек же нет. Надо палочку бросить сейчас. Я бросила. Не были. Палочек нет. Сейчас бац и палочки, да? Опять кругаля будет. Палочки, ну и палочки пошли, все. Обратно идем, обратно идем, обратно идем. Да. Обратно. Да, мы здесь были. Че за сложно. Теряться можно. Лабиринты. Прямо нам надо, теперь прямо. Вон, видите, тут шапочка такая. Мы же оттуда только что пришли, Даша. Нет, нет, мы слева пришли. А здесь не были. Я бросаю. Ой, вот статуя. Чел. Блядь, он тут. Бегите, бегите, бегите. А может надо туда, где он и бежать? А там статуя была. Ой, блин. Блядь, не свети, не свети на него. Ой, он весь он покрыт. Он от света загорается. Не свети. Он от света, на свет он реагирует. Он символами был покрыт. О, фонарь. Да, кстати. Кстати, он символами покрыт. Может, нужными да. нам? Да. Смотри, вот скамеечка. Мы были здесь. Да, а лампочки-то не горят? Не были? Нет. А, вот здесь лампочки теперь есть, да? А, да, мы тут были. А вот здесь мы не были. Мы не пошли. Были. Пойдем сюда. Капец какой-то. Слушайте, не хватает одной статуи. А можно его как-то обойти? Это вот. Можно, он же типа его загриваешь. И... А вот тут мы были? Сюда мы ходили? Я тут брошу. Да, да, и мы начали отсюда. Да, да. Мы отсюда начали. Значит, вот, туда. Он во! Здесь был возле статуи. Каменные врата мы вот, здесь, да, не, мы были. Здесь не были. Были, как не были с этого начала, блин. А, да-да-да, мы здесь зашли. Блин, я уже не отчасти. Вот, ребят, вот, это статуя. А сюда мы не бежали, смотрите, вот здесь вообще ни одной палочки нет. Тут это челик. Были, здесь палочки ни одной нет, смотри. Да? Ну? Может быть, все может быть. Вот, Жень, прямо мы не бежали. Вот здесь я бросаю. Ну, здесь деревяшки, здесь были. Были, были. Вот фонарь сломанный. Так, хорошо, где-то мы какой-то поворот... Профунькали. А там что светится? Наши палочки. Палочки наши. Нет, это не палочки. А это, палочки, это панелька. Палочки. Блин, надо панели разгадать. Видимо, какой-то проход должен открыться все-таки. А может его сюда загнать, эту тварюку? А-а-а. Нет? Да не факт, он что она вообще на нас охотится. Что же за символы? О! Открыли, блядь, открыли! Открыли! Да, Дашка, да ладно, побегали, открыли! Случайно, блядь, наугад. Случайно. Я же сказал, вам надо наугад побегать. Класс. А где это открылось, что? Где-то, может, прямо? А теперь давайте слушать. Слушать, а что у нас было закрыто, кстати? Я не знаю, мне кажется, что прямо, наверное, ну, звук, надо. Звук мы пришли оттуда. Что-то здесь. Ну и куда мы побежим дальше? Прямо, мне кажется. Слушай, а у тебя... Ну, я слышал, как что-то открылось. Ну, смотрите, мы пришли оттуда, тогда. Побежали туда. Вот сюда надо бежать, да? Охренеть. Побегали друг за другом, называется. Побегали от фонаря. А мракобес где? А мракобес где-то здесь. Где-то бегает, зараза, блин. Ага, вот решетка. Да, мы здесь были. Закрыта. А что там пропали наши глоустики, интересно? А это значит, мы там не были? А? Были. Ну, за решеткой здесь. Мы были? Да, мы были с той стороны. Блин. Я не помню, что мы смотрели на эту сторону. Блин, что же открылось? Были. А что было закрыто? Ну, сейчас узнаем. У нас же вроде не было закрытого. Я думаю, 100% сюда. А может, параллельно как-то открылось что-то? Да, наверное. Ну, то есть, другой путь. Ну, мы слышали, значит, это в радиусе нашего слуха. Такой, да. Ага, всего лабиринта. Спасибо. Все игры. Надо бросать стик, потому что фиг знает, здесь нет ни одного стика. В смысле, я уже не могу бросать. А, кончились? У меня в руке есть. О, вот и открытые ворота. Воу, пришли так мы здесь сюда. Были. Так мы вернулись обратно. Да, мы вернулись, нам надо о, крутиться. О, оно работает. Да. Давайте, какое вы говорили там слово могло быть? Эквин мы видели. Нахер, типа мы нашли, давай скажем. Там просто единственное, которое подходит. Женитесь, а кабара, где тут, да? Подождите? А вон стрелочка, вижу. Я кручу. Ой, надо убрать эту дичь из руки. Уберите эти палочки. Кью. Сейчас, я сделаю, только не тут светите, фонари. Пожалуйста. Фонарики на один, выключите фонарики. А, да. Да мне норм. Да. Блин, я опять проехала. Сейчас. Ек. Кью. Эквинокс какой-нибудь, да?
мы нашли Эквиино, да? То есть третью сейчас подберем. Эквиино. А вон видно, видно, смотри, вон же вырванная бумажка. Последние две ЕС. ЕС. Ну, значит, сейчас подберем. Одну букву-то подобрать можно будет? Ну, Эквинокс или как он там? Эквиноксес, походу. Эквиноксис. Так, тихо, чтобы я сейчас не ошиблась. Ты знаешь, что такое эквиноксис? Я не помню, я в каких-то фильмах какой-то это слышала. Да, в фильмах было. Ребят, только не светите, пожалуйста, все меня сбивают. Я выключил фонарь. У тебя уж самой горит фонарь. Да, у меня, чтобы хоть как-то что-то видеть. Так, Ино, да, тебе Ино сейчас надо. Куи. Вот. Да твою налево, что же это? Да я вижу. Ты пролистываешь? А спасибо. Вниз нельзя? Нет. Что спасибо, ну? Сейчас монстр прибежит, сожрет нас. Ну, пока мы тут разгадываем. И... Вот, Эквиино. Эквиноксис. А, нет, вот, вот. Не Эквиино. Да. Эквино. Но сейчас. Эквино. Но. Вот. О. А. О. Эквиино. И ЕС вот тут. ЕС тут 100%. Эквино ЕС, что ли? А я сейчас под подбором буду. Эквино. А, ксес, а что ты икс-то не написала? А ты думаешь, там X? Да, ксес. Потому что S-то в конце, вон по бумажке, видишь? ЕС. Икс нужен тебе, вот, икса. Она спрашивала, откуда ты решил, что там икс? Ну, слово есть такое. Эквиноксис есть же, да. Что оно значит, мы не знаем? Каждый день, блядь, просыпаюсь. Нет, фильм было в фильме. Воу! Все. А куда кошмар начинается, блин. А как, куда мы с вами? А чекпоинт нам дадут вообще, нет сегодня? Хрен нам. Лавочки. Шли, чекпоинта дойдем. Ой, мамочки. О. А это еще что-то? Чекпоинт, сейф, пожалуйста. Тут офигеть. Вообще надо бы серию, наверное, закончить, да? Вообще, по-хорошему, да. Ну, давайте. Лабиринту. Стремненько как-то. Вот такой вот лабиринтик. Надеюсь, понравилось. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь на этих бородачей. Да. Покусики. Хорошо, пока. Пока.